Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Старом Осколе намного ниже эпидпорога. За прошедшую неделю зарегистрировано чуть больше 1000 случаев. Взрослые при этом стали болеть на 30% чаще, а дети реже. Продолжается вакцинация против гриппа. 24% населения уже сделали прививки. Врачи рекомендуют чаще мыть руки с мылом, пользоваться оксалиновой мазью, избегать мест массового скопления людей и одеваться по погоде. Кстати, в ближайшие несколько дней староскольцев ждут дожди и похолодания.